Константин и Кристина счастливы в браке уже 2 года. Как вспоминают супруги, их знакомство произошло неожиданно, на спортивных состязаниях. Оба занимаются легкой атлетикой и защищают честь муниципалитета на краевых соревнованиях. По словам Кристины, первая встреча была сумбурной, но Константин смог покорить ее сердце. Я не думала, я бежала тогда на площадке. Сначала я ничего не подумала, но после приглашения на турслет и поведения Константина, моего будущего супруга, поняла, что это настоящий мужчина, и в огонь, и в воду, и покушать приготовит, и согреет, и спасет от воды, если намочишься в реке. Вскоре Константин пригласил свою будущую жену на туристический слет молодежи. Там и завязались их отношения. Эту историю супруги показали в своей визитной карточке. Сейчас они мечтают о детях. Как говорят участники конкурса, их формула семейного счастья проста. Первое – это взаимопонимание, это общие интересы, чтобы были, чтобы досуг вместе проводили. Это, я думаю, самое главное. Ну и без любви, конечно же, никуда. Самое главное – быть на одной волне. Конкурс семей ежегодный. Он объединяет самые креативные молодые семьи. Традиционно проводится в канун Международного дня матери. Центр «21 век» совместно с клубом «Вера, Надежда, Любовь» помогли конкурсантам подготовить визитную карточку, портфолио и номера для выступления. Мы это проводим для того, чтобы наши семьи объединились, проводили время вместе со своими детьми, вместе с нами. Потому что мы рады всех видеть, рады видеть новых участников в этом году. Это практически все семьи с детками. Детки их поддерживают, помогают все как могут. Мы этому очень рады. Члены жюри оценили содержательность номеров, их оригинальность, артистизм участников и умение работать в команде по 5-бальной шкале. Победителем была признана спортивная семья Стратий из поселка Виноградного. Всем конкурсантам вручили заслуженные призы и грамоты, а самые маленькие артисты получили сладкие подарки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.